взглянуть на карту нашей страны, то бросается в глаза, что она буквально испещрена реками, большими и малыми. Через множество крупных рек строители вынуждены возводить массивные инженерные сооружения, прокладывая железнодорожные пути и автомобильные магистрали. Расходов малых водотоков чаще всего строители применяют трубы. По режиму работы дорожные трубы разделяют на напорные, полунапорные и безнапорные. При безнапорном режиме поток нигде не касается потолка трубы. Безнапорные трубы работают по типу водослива с широким порогом. Для безнапорного режима характерны три основных участка. Входной участок с резко изменяющимся движением. Средний с плавно изменяющимся движением. И участок выхода, где движение резко изменяющееся. Для того, чтобы исследовать характер протекания воды в трубе, воспользуемся этой моделью. На модели можно менять длину трубы, продольный уклон, расход воды. Прежде чем приступить к изучению свободной поверхности потока в зависимости от этих условий, рассмотрим ее на мультсхеме. Отверстие трубы уже потока в верхнем бьефе. Горизонт воды перед трубой повышается, образуя напор H. В трубе появляется сжатое течение с глубиной H сжатое. Глубину потока за трубой обозначим H нижнего бьефа. В зависимости от влияния нижнего бьефа, безнапорный режим подразделяют на неподтопленный и подтопленный. Рассмотрим случай, когда глубина потока в сжатом сечении меньше критической. Сохраняя расход воды постоянным, будем увеличивать глубину воды в нижнем бьефе. При таком уровне нижнего бьефа положение горизонта верхнего бьефа не изменилось. Повысим еще уровень так, чтобы глубина в нижнем бьефе несколько превысила линию критической глубины. В трубе образовался прыжок волна, который подошел к сжатому сечению. Горизонт воды в верхнем бьефе остался без изменений. Следовательно, при незатопленном сжатом сечении положение свободной поверхности в трубе не влияет на ее пропускную способность. Чем же характерно сжатое сечение? Почему оно препятствует распределению давления вверх по течению? Поток в сжатом сечении находится в бурном состоянии. А в бурном потоке не только давление, но и поверхностные возмущения не могут распространяться вверх по течению. Рассмотрим это явление на схеме. Бросим камень в бурный поток. Круговые волны возмущения будут сноситься только вниз по течению потока. В отличие от спокойного потока, где волны малых возмущений в виде эксцентрических окружностей распространяются частично и против течения. Уровень нижнего бьефа превышает критический. Сжатое течение оказалось затопленным.
После затопления сжатого сечения горизонт воды в верхнем Бьефе поднимается. Тот же расход проходит через трубу при большем напоре, следовательно, при затопленном сжатом сечении пропускная способность труб снижается. Поэтому-то, в зависимости от влияния нижнего Бьефа, безнапорные трубы и подразделяют на неподтопленные или свободные, пропускная способность которых не зависит от уровня нижнего Бьефа, и подтопленные, в которых пропускная способность зависит от горизонта нижнего Бьефа. Об этом говорит поднимающийся уровень верхнего Бьефа. Пропускная способность безнапорных неподтопленных труб определяется конструктивными особенностями их входного участка при заданной форме и размерах поперечного сечения труб. Сопротивлениями на этом участке и определяется значение коэффициента расхода. Вследствие влияния бокового сжатия или высоты порога образуются вихревые зоны. Чем ниже порог и меньше степень бокового сжатия, тем больше пропускная способность трубы. Безнапорные трубы, работающие по такой схеме, называют короткими. Сохранив расход прежним, увеличим шероховатость по длине. Глубина потока возрастут, сжатое сечение окажется затопленным. Пропускная способность трубы уменьшится. Оставим прежнюю шероховатость, но увеличим длину трубы. В длинной трубе глубины потока также возрастут, сжатое сечение окажется затопленным, и пропускная способность трубы вновь снизится. Форма потока имеет характерную кривую спада. Таким образом, сжатое сечение может быть затопленным и при отсутствии влияния нижнего Бьефа. Подобная работа безнапорной, неподтопленной трубы называется по типу длинной. Пропускная способность длинной трубы ниже, чем короткой. Но короткая труба может работать по типу длинной, если уклон ее меньше критического. Уменьшив уклон короткой трубы, мы наблюдаем появление кривой спада, характерной для работы трубы по типу длинной. Перед нами свободная поверхность потока в трубе с уклоном меньше критического. Сравним ее со свободной поверхностью при уклоне большем критического. Глубины уменьшились. Прыжок волна переместился в сторону нижнего Бьефа. Сжатое сечение не затоплено. Следовательно, пропускная способность такой трубы не зависит ни от длины, ни от шероховатости. Поэтому, чтобы повысить пропускную способность труб, их укладывают уклоном большим или равным критическому. Увеличим уклон. Такая труба всегда будет работать по типу короткой. Труба работает по типу длинной. С увеличением расхода воды та же труба начинает работать по типу короткой. Следовательно, работа трубы по типу длинной или короткой зависит не только от длины, шероховатости, уклона, но и от величины расхода воды. Труба работает безнапорно. Увеличим расход воды так, чтобы горизонт воды в верхнем Бьефе стал выше потолка трубы. Прыжок волна переместился в нижний Бьеф. Полунапорным режимом называется режим, при котором входное сечение затоплено, но на всей длине трубы сохраняется безнапорное движение. Труба работает в полунапорном режиме, аналогичном истечению воды из-под щитового отверстия. В трубе образуется сжатое сечение, глубина которого меньше критической.
Как и в безнапорных коротких трубах, при данном режиме сжатое сечение является расчетным. Величина сопротивлений на входном участке до сжатого сечения определяет значение коэффициента расхода в формуле. Где А – высота трубы, омега – площадь поперечного сечения потока, эпсилон – коэффициент сжатия. Будем медленно увеличивать расход воды в трубе. Образовавшийся прыжок волна коснулся потолка трубы. Пузыри воздуха из воздушного мешка уносятся в нижний пьев. Труба зарядилась, то есть стала работать в напорном режиме, полным сечением по всей длине. Сравним пропускную способность труб, работающих в полунапорном и напорном режимах. Тот же расход воды в напорном режиме пропускается при меньшем напоре перед трубой. Так же, как и насадок, трубу, работающую полунапорным режимом, можно зарядить. Заметим уровень верхнего бьефа и перекроем выходное сечение. Труба зарядилась. После того, как движение стало установившимся, отметим уровень верхнего бьефа. Сравним. Уровень при полунапорном режиме был выше. В длинных трубах с малыми уклонами переход к напорному режиму происходит по-иному. Кривая спада касается потолка трубы. На модели наглядно видно, как кривая спада длинной трубы, коснувшись потолка, приводит к ее занапориванию. В напорных трубах при входе часто образуются воронки, вызывающие колебания горизонта верхнего бьефа. Рассмотрим это явление подробнее. Образование и исчезновение воздушного мешка приводит к неустойчивому напорному режиму, который периодически сменяется полунапорным. Чтобы этого не происходило, перед трубой устанавливают горизонтальный козырек. Для этих же целей применяют обтекаемый оголовок или конические звенья на входе. Они распространены в дорожном строительстве. Подобные конструкции обеспечивают устойчивый напорный режим. Рассмотрим работу напорной трубы при истечении потока в атмосферу. Поскольку уравнение Бернулли применимо лишь к сечениям с гидростатическим распределением давлений, изучим характер распределения давлений в трубе. Откроем пробки на потолке. Воздух через отверстие засасывается внутрь трубы. Следовательно, давление здесь меньше атмосферного. О наличии вакуума можно судить и по показаниям жидкостных вакуометров. Уровень воды в трубках стоит ниже точек отбора давления. Следовательно, на потолке трубы имеется вакуум. Удлиним концевой участок трубы и проследим за показаниями приборов. Уровни воды в верхнем и нижнем приборах не совпадают, значит, гидростатики еще нет. Еще удлиним. На расстоянии 1,5 высот трубы показания совпали. Здесь гидростатическое распределение давлений. Пьезометрическая линия для потолка и дна трубы имеет следующий вид. В эпюре избыточного давления два знака плюс и минус, положительное и отрицательное избыточное давление.
Сечение с гидростатическим характером распределения давления обычно принимают расчетным при определении пропускной способности. В данном случае формула для определения пропускной способности имеет вид. Где это характеризует величину положительного давления в расчетном сечении? А коэффициент расхода μ учитывает значение сопротивления входа и по длине трубы. Снизим расход воды в трубе, работающей в напорном режиме. Силы инерции уменьшились. Влияние силы тяжести сказывается сильнее, и поток отрывается от потолка. Такой режим называется частично напорным. Образование отрыва струи зависит от конструкции выходного участка, уклона трубы и параметра кинетичности потока. Иногда частично напорным называют режим, вызванный воронкообразованием. Ранее мы рассмотрели работу напорных труб при отсутствии влияния нижнего бьефа. Повысим уровень воды в нижнем бьефе, сохранив расход постоянным. Начиная с определенного момента, горизонт воды в верхнем бьефе начнет повышаться, что свидетельствует о снижении пропускной способности трубы. Пьезометрическая линия выглядит так. В этом случае расход будет определять величину перепада Z, значение коэффициента расхода μ будет включать местное сопротивление на входе, выходе из трубы и потери по длине. Многообразие гидравлических схем не позволяет нам рассмотреть их все в этом фильме. Но и те основные, которые мы показали вам, помогают инженерам делать правильные расчеты самых разных конструкций водопропускных сооружений, имеющих огромное значение в народном хозяйстве.